это вообще исход. Это память избавления еврейского народа из египетского плена. А для нас Пасха – это избавление от плена греха и возвращение к жизни вечной. Вот я вам с этим поздравляю. Поэтому радуйтесь, потому что Христос воскрес. А как лично вы праздник Пасхи проведете? Вот, рядом заходите, будете соучаствовать. А потом, днем? Мы проводим праздник Пасхи, радуемся. Приехали друзья, близкие некоторые. Вот потом будем разговляться, все-таки мы постились. Хотя ночью кушать вредно, вот, но все равно попробуем немножко вот, снять стресс. Вот. А все, вечером будет пасхальная служба, потом будем ездить по разным местам, по приходам, христосоваться, ходить в какие-то особые места, где люди нуждаются в этом, если Бог даст, получится. Вот так. То есть будем радоваться жизни. Все-таки жизнь очень короткая, это надо успевать радоваться. Потому что грусти и злобы у нас предостаточно. А радости в жизни надо ее уметь найти, ее беречь и сохранять. Вот эта радость, которую Господь нам дает сегодня, это радость настоящая. Она вот из нашего сердца не должна никуда уходить. Наши тяжести, скорби, грехи, какие-то несовершенства, они все сегодня меркнут перед праздником Светлого Христова Воскресения. Поэтому радуйтесь, потому что и первое слово, которое Бог сказал по воскресенье, Господь наш Иисус Христос сказал, радуйтесь, вот радуйтесь сегодня и вообще все дни жизни. Праздником всем. Спасибо большое. Да восприимет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал есть, да приимет днесь праведный долг.